Хей-хей, братюни, с вами я, Остап Бендер, и сегодня я играю через быструю игру на карте Терминал. Собственно говоря, через быструю я игру играю довольно редко, потому что мне в ней не нравится, как идет у меня урон, и не нравится автобаланс в этой быстрой игре. Хотя, если честно, судя сейчас, автобаланс тоже, мягко говоря, не очень хороший, но... Так как уже время поздно, а на завтра мне надо еще успеть смонтировать видео, то, наверное, попробуем что-нибудь тут замутить такое хорошенькое. Я тут подсадился с Аврорушкой, и пора, думаю, понагибать. Последний раз я играл на этой карте очень давно, на одном из своих стримов. Причем играл вроде бы с Крисом обычным, но... Кстати, я взял себе ПП-2000 навсегда, просто сейчас есть черный рынок, и я там его взял себе навсегда. А еще взял себе чейтак, этот, как его, блин, забыл, как он называется. А, чейтак Олимпийские игры 2016, так как я череп не выполнял, и в итоге получилось то, что я себе пушку тогда не получил навсегда. Ну, а он был довольно дешевый, вот, отлично, первый килл. Чувак как-то вяло на меня среагировал, точнее вообще не среагировал. Кто знает, что так было. Ох, да, конечно, ПП-2000 пилит довольно бодренько. Я сегодня с ним уже играл на РМ на стриме, кстати. Кто видел, те могли видеть, как я там нагибал. Блин, конечно, сказал тавтологию, но получилось тут довольно неплохо на стриме сегодня отыграть с этим стволом. Довольно достойно в некоторых матчах. Как вы видите, закинуло меня тут против соперников, которые особым скиллом не отличаются. Так, вот, чувак, давай. Да, блин. Раз, выдал полный крест чуваку. Ну и, соответственно, 90% поддержки. Пушка прикольная. Я рекомендую вам с ней поиграть. Мне она нравится, поэтому я себе ее и взял. К тому же 45 патронов. Это просто великолепие. Так. Кстати, что хочу сказать. Ой-ой, откуда ты стреляешь-то? Ай-яй, ну тут я уже был закоцанный и получилось то, что получилось. Надо попробовать какую-нибудь сегодня хорошую серию тоже сделать ради интереса. А чё бы и нет. Так сказать, погонять нубиков, против которых забросил. К тому же, ребят, потом я вам покажу то, что это быстрая игра, ой-ой. Да еще и сзади был. Походу, ребята, не такие уж и нубики, как я о них сказал. Ну и к тому же, когда я говорю о нубике, я не пытаюсь их оскорбить. Я говорю о том, как я их вижу. И то, что они тут уже показали по уровню своей игры. Так, тут кто-то есть... Точнее было, ой-ой, меня зацепило так. Ай-яй-яй. Уже труп. Это прискорбно, что чувак уже труп. Всякое бывает. Ох, так, получил и расписался, товарищ. Ох, да. Правда, я сейчас уже немножко вялый, так как все-таки еще стримил сегодня, весь день играл. А еще вдобавок ко всему, сейчас очень плотненько поел. Рису там с какой-то этой специей японской. Так что я не знаю, как сегодня буду тащить, как будет нагибаться. Ну, вы видите, ППшка очень даже годная. Ее хватит так вблизи ни на один, ни на два, и даже ни на три фрага. За это мне она и нравится. Бизон только в такой более упрощенной версии. Вот, чувак, хорошо пошел. Да, конечно, ребятки тут бегают как-то, они ну очень вяло, это, конечно, немножко навевает тоску. Но так решил всемогущий автобаланс быстрой игры. Я, кстати, сейчас буду как можно больше проводить времени в быстрой игре, так как все-таки там ящики будут давать. Вот, хедшот, да, именно, будут давать ящики, и я буду стараться их получать, так как все-таки... Я с быстрой игрой не особо дружу, то надо бы будет ее покорить. Ой-о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 й
9 к 4. Ну, нормально для начала. Еще 5 минут. Так, чувак, чувак. Чё это ты тут забыл? Лишь какой хитрый, нашего хотел в спину обойти. А тут хоп, и я нарисовал. Все, чувак. Ты вообще прям это... Бегает, как по огороду. Никого не замечает. Ох уж этот сельский мальчик. Не, не то чтобы я пытаюсь его оскорбить. Это так, немножко шутка. Как в том мультфильме было в Рататуй. Это шутка. Да. Вот так оно и бывает. Ой-ой. Так, побежали, сейчас надаем люлей. Ворота в поезде закрылись. Инженер, как-то ты... Вот что видно сразу новичок. Как определить новичка от скиллового игрока? Это потому есть два способа. Первое, с чем он гоняет. А второе, как он ставит мины. Опытный чувак не поставит никогда так мину криво. Специально, так как все-таки... Он знает, что такая мина особого результата не принесет. А может, чувак просто втыкает мины от того, что они просто есть. Ой, минка. Да, зацепила меня. Зацепила, но не убила. Как в том мультфильме было. Ой, не упал. А теперь упал. 3 минуты игры. Надо срочно разгоняться, если я хочу какую-нибудь серию замутить неплохую. Так. О, здорово. Блин. О, гадины, подсосали фраг. Медальку Саши Грей можно дать, ну ладно. Как-то это жестко я по поводу медальки Саши Грей. В общем-то, это наш коллективный фраг с чуваком. Чувак, потом это подгонишь мне потрошек. Здорово. Да, какие-то они бегают тут. Такое ощущение, будто я попал на общий канал. Они тут бегают, такие беззащитные. Порой все-таки убивают. Так, надо подождать, пока я отрегенюсь. О, здорово. Потому что вы видите, ну это просто рай для такой игры расслабленной. Так, чувак, здорово. Из Коврова. О, там еще один идет. И ты здорово. Коврова. Так, и еще один из Коврова идет. В общем-то, чуваки мне хотят передать привет. Так сказать, здорово из Коврова. Так, ты свой? Чувак, дай патронов, братиш. Слушай, братиш, я почти без патронов. Будь добр, Аврорушка, дай патрошек. Так. О, чувак, держи хедшот. Блин, патронов вообще очень мало. Что же делать, как же быть? Ох, братюня, спасибо. Вот за это тебе вообще респект. Опять этот шкет ставил кривую мину. Вот, отлично. Серия уже в 10 фрагов. Скажу вам честно, я тут с боевым снаряжением. Автономная боевая единица ВВС России. Я все-таки в униформе РФ бегаю. Так вот. Еще патроны. Ой. Это был подсол. Так, надо линять срочно, срочно, срочно в ритме вальса, чтобы серию не прекратить. Так, я слинял. Перезаряжусь. И, ребят, скажу вам честно, не особо-то я что-то крысью сидя на месте. Я тут так бегаю, обхожу, ребят, прыгаю, мансую. Вот так, я считаю, и нужно играть. Зачем сталкиваться с вражинами лицом к лицу, когда можно их просто встретить вот так на нежданчике. Хотя, если честно, опытные ребята уже давно бы, так сказать, меня пристрелили. А так я попал в какой-то рай. Ребят, я в раю. Да. Получилось то, что получилось. Но это ладно. Так. Давайте еще ребяток поищем. Конечно, патроны так. Здорово. Серия 15 фрагов уже. Ну, неплохо, знаете. С
скоро опять патроны кончатся, но это ладно. Я думаю, все не так уж и страшно-то. Ой, инженер, а ты тут что делаешь? Опять ты свою кривую мину ставишь? Так, надо ее взорвать. Да, осталось ровно 40 патронов. И осталось 20 секунд игры. Так, главное сейчас не умереть. Так, тут есть ребятки. Давай, давай. Давай, дохни. Так, убыл, убил. Ай-яй-яй, все-таки сдох. Ну ладно. Ничего страшного. Неплохо отыграл. Топовый счет 32 на 7. Ну, ребят, это быстрая игра. Вот видите, выберите карту для быстрой игры. Скажу вам честно, такого я ну никак не ожидал. Чтоб такое произойдет. Ну, всякое бывает, конечно. 15 хедшотов у С46. Меткость стрельбы 20%. Помощь команде 320. Первая победа дня. Награду. Ух, неплохо. Однако мне дали с моим VIP-ускорителем. Ладно, ребят. На этом на сегодня мы попрощаемся. Так что, если вам понравилось данное видео, то не ленитесь. Поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока, братюньки.